Все, сдал багаж, получил билет свой. Ну, как я говорил, видите, на билете указано, неправильно показываю, сейчас, ну, и не так. У меня переворачивает билет. Короче, здесь у нас в секторе Б у нас будет проходить досмотр, мы в него идем, ну и место мое 19-16F, соответственно, будет. После того, как билет получили, багаж дали, вы идете, я говорил, на досмотр. Вы можете еще, конечно, гулять по аэропорту, ну а можете пройти его и там уже гулять по зоне duty free. Как я говорил раньше, за 40 минут заканчивается регистрация. Если вы там за 40 минут не успели пройти, то вы уже, вас никто не пустит никуда дальше, билеты вам и багаж не примут. И вот здесь вот будет проходить у нас досмотр. Еще из особенностей мне дали анкету, анкета здоровья так называемая. По прилету в Турции мне нужно будет ее сдать, заполнить. Ну, я заполню ее во время полета и покажу вам ее. В принципе, любое турагентство вам его будет предоставлять. Ну вот, все, мы прошли пограничный паспортный контроль и досмотр. К сожалению, мне не разрешили снять, я подошел, спросил, но там запрещено снимать, поэтому, если даже вы захотите, лучше вы не балуйтесь, не снимайте, иначе могут у вас проблемы возникнуть. Категорически они запрещают, это во всех аэропортах так. Можно из-под тяжка, конечно, поснимать. Я пытался иногда снимал, но это так, очень, очень рискованно, не стоит этого делать. Сейчас мы находимся уже в зоне duty free. Сейчас пройдусь, поснимаю вам, покажу, что почем здесь можно купить. Действительно ли, ну, duty free, во-первых, работает, потому что некоторые спрашивали, а работает ли duty free? Работает, он есть. Но по прилету, не знаю, вот когда прилечу, вам скажу, работает или нет. По вылету, вот он, все работает. С ценами сейчас ознакомлюсь, я вам скажу, какие цены. Действительно ли они такие, как и были раньше, и тут можно купить за 5-6 евро бутылку виски литрового, или же нет, уже все изменилось, все подорожало. Например, 13,50 бутылка Сиера, кило. Ну, есть и дорогие, ищите красные ценники. Итак, литр, звездочная, да, пятерка, 12 евро. Виски, литр, 11,90. Это отдел уже сувенирной продукции белорусской, вы можете купить здесь нашу там самогонку, водку, шоколад. Есть вот такие вот штуки, две по цене одной, там 72 евро. Чивос, две бутылки Джим Бин по 39. Вот видите сами. Вот смотрите, мы идем дальше с вами. Здесь уже другой duty free. Здесь продают сумки, очки, тоже спиртное и так далее. В некоторых магазинах у них есть стойки прямо с распродажами, и выгодно, сразу подошел, ты сразу видишь, что они продают по сниженным ценам, что у них на акции. Причем в разных магазинах цены разные. Та же вот Сиера здесь в 17,50 стоит, мы с вами за 12 видели. Вот смотрите. Ну и это не весь аэропорт, вы вот вышли в секторе Б, вы можете пройти налево. И здесь будут другие сектора, в которых тоже есть свой duty free. Поэтому не стесняйтесь, гуляйте по аэропорту. Он, в принципе, достаточно протяженный. Ну, вот он стоит с красными ценами. И тут видите, дает немножко фокус. Сразу же все в одном месте, что почем. Гуляю по аэропорту. Спрашивали, есть ли здесь средства для обработки рук. Они здесь действительно есть. Вот здесь вот стойка сзади за мной стоит в туалете. То есть я изначально не обратил внимания, что они есть, но они есть, поэтому их с собой брать не надо. Если вы хотите обработать руки, вы просто подойдете и бесплатно. Вот здесь, вот видите, стойка. Сразу же, как вы вышли с пограничного контроля. Здесь также есть информационное табло. Видите, наш рейс 17:55 вылет, а посадка начинается 17:25. Как я говорил, необходимо заполнять вот такую вот карточку. Здесь есть на русском и на английском. Заполнять, конечно же, нужно полностью на английском ее. Или вам ее распечатают в агентстве, в котором вы покупали тур. Если же у вас ее нет, вы можете попросить в аэропорту у сотрудников аэропорта.
началась посадка. Температуру мерят по очереди, но я видел, что люди пробежали перед тем, как мерить температуру, им не померили температуру. Вот на этом этапе, видите, температуру мерят. Ну, сейчас женщина отойдет. И вот, раз, раз. Вот и все. Теперь у нас посадка, и мы летим. Вам дают такой корешок. Это ваш билет посадочный, и плюс здесь на багаж еще идет. Дальше вы проходите или ножками до, по трапу в самолет, или вас на автобусе довозят. Ну, если на автобусе, то лучше идти последним, потому что все равно автобус, пока вы не придете, не уедет, и люди стоят, ждут. Ну, теперь мы ждем в трубе. Анкету здоровья попросили, сразу же забрали на борту, поэтому прежде чем идти в самолет, анкету здоровья. Ну и дальше идем на свое место. Вот здесь сверху указаны места. У меня 16С. Это будет справа, возле окна, судя по всему. Вот где-то наше место. Ага, вот оно, отлично. Как я и просил. Интересно, чем кормят на борту, дают такие сэндвичи, салфетку влажную и еще салфетка, ложка. Также можно взять чай, кофе, вода и сок. Сэндвичи у них, кстати, очень вкусные, мне нравятся. Спасибо, до свидания. Мы в мире, наконец-то. 2 часа 30 минут, и мы на месте. Вот это наша ласточка, которая нас сюда привезла. Что делать дальше? По приземлению вы идете за всем потоком людей, и он вас куда-то приведет, как правило. Потому что все будут проходить пограничный паспортный контроль. Сначала здесь паспортный контроль, потом уже будет пограничный выборочной проверки. Вы проходите через зеленую зону и попадаете уже в зал прилета. Сейчас все покажу. Вот весь поток людей, который идет. Вы просто идите за ними, не ошибетесь. Если вдруг потеряетесь, подойдите к справочному информационному табло, к справочной, и уточните. Вот здесь вот вас будут проверять паспорта. Поэтому становитесь в очередь и дожидаетесь. Вот он, паспорт, с собой его показываете, вам штампуют и пропускают в зону получения багажа. А, вот он, вебизор смотрит, если у вас повышение температуры, если есть, то вас попросят. Вот такую вам штуку ставят в паспорт, что вы прилетели 7.07, и дальше вы идете получать уже багаж. Как найти багаж? Но опять-таки можно пойти за всем потоком людей, и вы не ошибетесь. Или вы находите информационное табло, там будет указано, что это рейс Минск. Вот видите, там экран. Подходим, смотрим. Если указано Минск и ваш рейс 8109, ну да, вот он. Ждете, забираете багаж и дальше уже выходите. Вот смотрите, у них тоже есть duty free по прилету. Пойдемте посмотрим, какие здесь цены, если нас не будут ругаться, конечно, что мы снимаем. Вот у нас сладости. Так, ну вот они, красные цены. 23 евро, Almeca 22 евро, Chivas 24, Jim Beam 20. Ну вот они. Что, все спиртное? Я думаю, нет. Парфюм. Ну так, быстренько пройдусь,
кто захочет, посмотрит, сравнит. Это у нас, напоминаю, аэропорт Измир. Полочка Jim Beam 18 евро, 20 евро, Grands 17, Chivas Regular 30, ну, любители сигар, голландские сигары по 33 евро за пачку, за 7 есть, ну, и так далее. Есть акция 27 по 2. Давайте я как не курю, но сниму для тех людей, которые курят, чтобы знали, какие здесь цены. Ну вот вам duty free. Вы можете все купить, все, что здесь хотите. Теперь у вас есть представление о ценах в duty free Турции. Вы можете сравнить их с белорусскими, я вам снимал. Сейчас пойдем попробуем все-таки забрать мой багаж. Я думаю, должен уже был выехать. Надеюсь. Ну, а он может быть долго, может до получаса, даже до часа иногда, если крупный аэропорт, и у них загрузка большая, то есть они выкидывают по кусочкам. Стоишь, ждешь, ждешь, поэтому не пугайтесь, ждите. Если уже потеряли, вот тогда у вас на руках есть ваш корешочек. Вы берете этот корешочек и идете разбираться, где... Попросили меня одеть маску. Ходил, снимал без маски. Подошли, сказали, одень маску. Эй, сори, маска. Так что здесь в маске необходимо ходить, все строго. Вот он мой, судя по всему, последний, пока я здесь гулял и снимал. Остался, да, точно мой, забираем. Опа! Мокренький, мокренький конденсатор. Ну и дальше вы идете по зеленому коридору, они выборочно проверяют какие-то багажи посмотреть, поэтому пойдем. Мы идем дальше, выходим из аэропорта, и нам надо подойти к представителям Coral Travel. Мы с вами летим от Coral. Просят обязательно надеть маски. Гоняют за то, что люди без масок ходят. Ну, все через зеленый канал. Коридор мы выходим, попадаем в зону прилета, а дальше у вас на ваучере указано, какой оператор у вас должен встречать. Ну, как правило, если вы летите с Coral, то вас будут встречать вот здесь стойки Coral или с табличками Coral. Иногда бывает в некоторых случаях компания Coral, а принимающая сторона называется по-другому. Когда это указано на ваучере, не пугайтесь, подходите. Если вдруг вы потерялись, не знаете, кому идти, к любому представителю подойдите. Вам, как правило, компания, в которой вы покупали тур, выдают документы. Покажите документы, и вам подскажут, куда подойти. Так, где же здесь наш? Давайте посмотрим. Ага, вот смотрите, парень стоит с табличкой Coral. Подходите к нему, и он скажет, куда вам надо подойти. Инфогрупп Coral. Здравствуйте. Ну вот, здесь нам сказали, что 7 номер стоящий, вот рядом Арм стоит. То есть вы идете дальше, подходите к 7 стоящий, и вам дальше говорят, что куда. Как правило, показывают ваучер, кусочек ваучера вас забирают, отрывают. И говорят, какой автобус вам необходимо пройти. Смотрите, здесь прикольно, есть такой подъемник, если вы хотите, можете идти. Можно на эскалаторе проехать. На Линцеях такой же эскалатор вниз. Там впереди видите, есть стойки, они подсвечены. Вот к ним подходите, показываете ваучер, вам говорят номер автобуса. Так, у нас значит номер 7. Вот у нас значит наша стойка. Становимся в очередь, ждем адон приниматься. Все как обычно. Это парковка, здесь происходит посадка туристов и высадка. Вот мы спросили, он сказал, вот это наш автобус. У них сейчас ЗИК на социальной дистанции, поэтому будем каждый сидеть на отдельном кресле. Отправляемся в наш отель. Здравствуйте. Первые мои туристы в этом году. Вот так вот, мы первые туристы, круто. Добрались наконец-то до нашего отеля. С аэропорта нас везли час 30, поэтому к этому надо быть готовым. Это не так долго на самом деле.
Отель у нас Карумар. Поснимаю его завтра, когда будет свободное время. Для тех, кто первый раз, у вас будет ваучер, вы заходите в отель, идете на ресепшн, показываете ваш паспорт, ваучер, и вас заселяют. Дезинфекция рук. Зачетный телефон. Чтобы вы понимали, он на самом деле электронный. Здесь обрабатывают руки дезинфекцией и мерят температуру. Просит указать имя и фамилию и мерят температуру. Померили температуру 36,6, записали данные и отпустили с Богом на регистрацию. У нас тут 20 человек, очередь, поэтому стоим, ждем, гуляем. Обещали нам дать поздний суп, возможно, нас покормят. Но если вы поздно заезжаете, если в отеле нету питания, ну, по концепции, то значит, вы остаетесь без ужина. Такое бывает. Уютный отель, он новый, как нам мне сказали. Бар. Карумар отель. Активити. Я пошел в бар, взял чая себе. Даже если вам браслеты не одели, то, как правило, если находитесь в отеле, то, ну, может, они разрешают и дают вам напитки. Поэтому, если вы только приехали, заселяетесь, и нет браслета, большая очередь, спросите, можно ли подойти в бар, взять коктейль или еще что-то. Так легче ждать. Главный ресторан. Сейчас посмотрим, что такое вечерний суп и как кормят в Турции после коронавируса. Угу. Что у нас из фруктов есть? Дыня, черешня, арбуз, абрикосы, сладости. Ага, ну и здесь, в принципе, все как и было раньше. Ну, наконец-то долгожданный ужин. В принципе, очень даже все неплохо. Они нам оставили покушать. Сейчас камеру поменяю, покажу вам. Из фруктов черешня, абрикосы, арбуз и дыня. Ну что, мы поужинали и теперь ищем свой номер. Красивая территория отеля. Вот такие бассейны. Сразу вышел из номера и купаешься. Так, корпус С. У нас номер 3146. Это, судя по всему, должен быть второй этаж. Идите по указателям и не ошибетесь. 3129, 3148. Значит, наш где-то здесь. Ага, вот мы в него и заходим. Сейчас поснимаю. Ну что, чемоданы привезли? 3146. Так, значит, что у нас здесь? Душевая кабина, тропический душ, все в плитке, чистенько, аккуратненько, все круто. Фен, полотенце, все стандартно. Покрытие здесь у нас ламинат, чайный уголок. Здесь, судя по всему, мини-бар. Может, у нас есть в мини-баре. Чемоданы нам наши привезли прямо в номер, пока мы ужинали. Две отдельные кровати. Плазменный телевизор, кондиционер центральный, все чисто, аккуратно. Балкон. Сейчас посмотрим, куда наш балкон выводит. Ага. А выходит у нас он на дорогу и на сад. Утром покажу. Если вы хотите поехать на отдых, на нашем сайте вы можете воспользоваться удобной системой онлайн-поиска, бронирования и оплаты туров. Также вы можете воспользоваться услугами наших специалистов, которые помогут организовать отдых, который вы хотите. Я буду вам очень благодарен, если вы будете рассказывать о том, что вы хотели бы видеть на нашем канале, какую еще дополнительную информацию, как улучшить обзоры, что вам требуется. Если вы будете писать ваши комментарии, отзывы, я буду вам за это очень признателен.